доброй ночи. Да-да-да, именно ночь. Мы сегодня с вами в музее Театриума Терезы Дуровой. Да-да, обычно в музей ходят днем, ну или утром, но мы вас приглашаем ночью. Кроме нас посетителей здесь нет, и никто не помешает нам спокойно и обстоятельно осмотреть каждый экспонат. Сегодня экспонатами нашего музея являются спектакли Театриума Терезы Дуровой. С вашего позволения я буду вашим гидом. Вперед. Пожалуйста, все подходим сюда. Ага, вижу все. И сейчас мы с вами отправляемся... Да, в Россию. Пожалуйста, все за мной, пожалуйста. Перед нами картина великого русского художника Марии Рыбасовой. Начало, середины, ближе к концу. Что же мы на ней видим? Наваристые похлебки. Уха со стерляжими растягаями. Жареная домашняя птица под фруктами и воздушной кулебяки с белугой под икорным взваром. Стоит обратить внимание на рябчиков заливных и раковые шейки с сигом на пару. Ананасная гурьевская каша в сливочных пенках и орехово-фруктовая сдоба. Застолье длилось много часов подряд, а к столу все подносили разносолы, студни, паштеты, рулеты, заячьи почки под лимоном, караси под брусникой и баранину под клюквенным взваром, осетры с большой пастью, словно крылатые змеи, молодая крольчатина в жидкой лапше, сваренная в ухе из ерша, и нежные перепела с чесночной подливой, пряники, ковришки, сладкие пирожки висели прямо над сладкоежками на позолоченных деревьях. Я не могу дальше рассказывать об этом, потому что очень хочется есть. Давайте лучше посмотрим. Алёнушка, счастье-то какое! Накрывай на стол! Правильно! Гуляют купцы, хлеба-соль на по-русски, икра, огурцы и другие закуски. Тащи, растягай, неси каравай, а ну налетай, налегай, не зевай. Ох, пошло веселье, ох, пошло застолье, тут и виноделье, тут и разносолье. Редьку-то выкатывают бочками, а маслят капусту-то с грибочками. Вина заморские, фрукты загорские, а грибы трюфеля, каждый гриб по 3 рубля. Такой высоты, а еще длины, вот такой ширины, а у нашего холодца просто нет конца. Украшения немерено, а посуда посеребрена, ну а та, что позолочена, вместе с кашею проглочена. Разгулы веселье в хорошем купца, но если уж сел, то держись до конца. Народ выпивает за бочкой бочку и славит купца и красавицу дочку, пирует от вкуса и пьет от души, а если нет мочи, то бой ближи. Ох, шумит веселье, ох, будет застолье, чаши зазвенели, точно колокольни, чертаки качаются над бочками, чашки звенят колокольчиками, вот пир, 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 французский сыр, эй, токайский квас, допускайся в пляс. Осадки. Я думаю, так начинается любой прогноз погоды в Дании, потому что по статистике дождь или снег там идет каждый второй день. Как пишет о Дании Андерсен, между Балтийским и Северным морями со времен седой древности лежит лебединое гнездо. Зовут его Данией. Слава Андерсен. Еще любопытный факт. Уолт Дисней однажды побывал в парке аттракционов Тиволи Гарденс. Его так сильно вдохновило, ну, то, что он увидел,
что Дисней решил открыть что-то подобное в США. И так появился, да, Диснейленд. И, кстати, по-датски выражение «спасибо за все» аналогично по смыслу выражению «покойся с миром» и пишется на могильных камнях, поэтому в благодарственных письмах не стоит его использовать. Прекрасен лес и воздух датский, закат прекрасен и рассвет, а что за прелесть эти сказки? Сказок в мире нет. Да-да-да-да-да, не я, подарит нам она легенды и предания. Да-да-да, не я. Да-да-да-да, не я, подарит нам она легенды и предания. Повсюду радость и веселье, да. У горожан счастливый вид. Очень. И только ведьма в подземелье немного мрачно сидит. Прекрасны над рекою ивы, великолепен снег и дождь, и даже лужи так красивы, что лучше в мире не найдешь. Прекрасно светит месяц и ясный с прелестных голубых небес, а королева так прекрасна. Какая королева? Какая королева? Скорого свидания, поскольку светать дальний путь, вернемся мы сюда. Вернемся. Обязательно вернемся, но позже. Британия. На родине Шекспира не могут не любить театр. В каждом маленьком городке есть свой театр. А в лондонском театре «Барбикан» в 2011 году показывали спектакль «Колыбельная». Зрители на кроватях засыпали, а затем просыпались утром с завтраком, который входил в стоимость билета. Хорошая идея. Первый в мире пазл появился в Англии в 1769 году. Его изобрели не как развлечение, как головоломку, а как часть учебы. Карта Европы разрезалась на кусочки, ее нужно было собрать. В Англии заботятся о привидениях. В 1665 году именно в этой стране был организован первый официальный клуб искателей привидений. О! Англия есть отечество карикатуры. Это Пушкин. Они превратили карикатуру в самостоятельную и важную ветвь искусства. А вот мелодию из спектакля, ну или фильма, которая надолго застревает в голове, в Великобритании называют «ушным червем». Послушаем червячка. Это кажется сном. Оглянись, уходя, где остался твой дом за стеной. За оградой дождя, за решеткой дождя, помаши всем рукой, улыбнись, уходя. С неба
тысячи струй, словно тысячи струй, плачет арфа дождя. Ars longa vita brevis. Популярное высказывание в Италии. Оно означает «искусство вечно, жизнь коротка». И отражает любовь итальянцев к искусству. Кстати, в Италии более 3000 музеев. Да там сосредоточена большая часть мирового наследия, примерно 60%. Говорят, что в Италии шедевров на квадратную милю больше, чем в любой другой стране мира. В «Тайной вечере» Леонардо зашифрована мелодия. Ее обнаружил, как ни странно, компьютерный техник. Если нарисовать вдоль картины нотный стан, то ломти хлеба на столе и руки апостолов можно прочесть как ноты. Даже скептики признали, что гармония этой мелодии безупречной случайно появиться на этой картине просто не могла. Вообще, итальянцы очень творческий народ. Они очень сильно любят музыку, искусство, живопись. В этой стране, именно в этой стране, ну, где-то 25 лет назад, впервые в мире, внимание, стали производиться сборники песен с прорезиненными страничками для любителей попеть в ванной. Карнавал. Первое упоминание о карнавале относится к 1094 году. После того, как Наполеон завоевал Венецию, он запретил этот праздник. Естественно, он опасался покушений под маской. И почти 200 лет карнавал был запретом. Слово «карнавал» – «карне вале» – можно перевести как «прощай мясо». Я не та.
подсказали, кто тут слуга, кто шут, кто принц, кто лорд. Кого бы вы ни искали в этом зале, вы обознались, маска, я не тот. Не Дания, Верона, Боттима, для узников, неузнанных судьбою. Уйдем и маску унесем с собою. Зачем снимать под ней еще одна? Зачем снимать под ней еще одна? Вы видите, под ней еще одна. Кантеле. Кантеле. Это родственник гуслей, под звуки которого финские барды на протяжении долгих веков исполняли руны. Звучание его лиричное и нежное. Это тоже характерная особенность музыки Финляндии, которую предки этого народа считали чудодейственной. Кстати, в Финляндии всегда было много колдунов. А Санта-Клаус по-фински «Йеллупуки», в переводе «рождественский козел». Не удивляйтесь. Это происходит от старой финской традиции, когда люди одевались в козлиные костюмы и ходили от дома к дому, поедая оставшуюся от Рождества еду. Карелию очень любят кинематографисты, благодаря невероятным и разноплановым пейзажам и легкой транспортной доступности. Здесь в разные годы сняли более 20 кинолент, такие как «А зори здесь тихие», «Холодное лето 53-го», «И на камнях растут деревья», «Любовь и голуби» и множество других. Кантеле. Фундаментальным аспектом датской культуры является «хюгге», что означает «уютный». Ну, такая концепция, которая вызывает уют. Уют, который даже невозможно описать словами. Потому что это настроение, особенно когда вы отдыхаете в компании с друзьями, любимыми. Но вот настоящий «хюгге» – это Рождество. Вот просто полный «хюгге». Что же касается датских мужчин, они заслуживают уважения и внимания. Когда в семье рождается ребенок, для датчанина это настоящий праздник.
Отец берет на себя всю заботу и ответственность о малыше. Смена подгузников, кормление с ложечки, ежедневные прогулки для датских отцов просто удовольствие. Кстати, аналогично они относятся и к домашним делам. Поход в магазин за продуктами, уборка дома, мытье посуды. Для датчан обычное дело. Просто мечта российской женщины. Хюгге. Ложка. Ложка. Вилка и ножик. Так, что вы стоите? Скоро начнут заходить гости. Надеюсь, все помнят правила сервировки королевского стола. Да. Ложка должна лежать справа. А вилка? Только ложка. И все. Все острое у нас запрещено. Все острое у нас запрещено. Булавки и иголки, и спицы, и заколки. Нигде не отыскать веретено. Все острое у нас запрещено. Все острое у нас запрещено. И ножики, и вилки, и штопор для бутылки. А как, скажите, открывать вино? Все острое у нас запрещено. Постойте, постойте, а как же нож для масла, нож для мяса, нож для колбасы, нож для сыра? Подождите, как же вилка для десерта? Все острое у нас запрещено. Похоже, нам веками салаты есть руками. Но это даже вовсе не смешно. Все острое у нас запрещено. Все острое у нас запрещено. Штыки, кинжалы, сабли, рапиры, пики, краблы. А у врага оружие полно. Ой! Медали, шило, брошки. И шпильки, и сережки. А также анекдоты. И шутки, и остроты. Все острое у нас. Запрещено! 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 Балканы. Пороховая бочка Европы. Но это же ужас. 5 времен года. Зима, весна, лето, осень и война. Балканы. Почему Балканы? Многочисленные легенды возводят этимологию слова «балканы» к латинским, кельтским, даже славянским, тюркским и персидским корням. Одна из версий происхождения названия от тюркских слов «бал» – мед и «кан» – кровь. Эта версия, например, дала название фильму «Анджелина Джоли». «В краю крови и меда», который повествует о любви сербского солдата и боснийской девушки на фоне военного конфликта. Острая тема. Все написано про них.
надежду людям, разве это просто ложь? Почему-то верить в чудо надо сердцу и уму, и за эту веру в чудо я недорого возьму. Самовар. Самовар – один из главных символов иранской культуры. Это удивительно, но факт. Хотите попить чай в исконно русском стиле? Езжайте в Иран, где вы найдете эту традицию живой в повседневной жизни любого иранца. Дело в том, что первые самовары попали в Персию из России, конечно, лет 200 назад, но они уже не представляют себе жизни без этого их аксессуара. Абдул Касим Исмаил. И великий визирь Персии всегда находился рядом со своей библиотекой. Ну, любил читать человек. Если он куда-то отправлялся, то библиотека следовала за ним. Расскажу как. 117 тысяч книжных томов перевозились на 400 верблюдах, причем книги, то есть верблюды, располагались в алфавитном порядке. Находчивая и мужественная Шахерезада, спасая свою жизнь и жизнь многих других молодых женщин города, рассказывает царю Шахрияру занимательные истории. С наступлением утра она прерывает свое повествование на самом интересном месте. Увлеченный рассказом царь откладывает казнь на одну ночь, чтобы дослушать занятную историю до конца. Так продолжалось 1001 ночь, пока царь не объявил о своем решении помиловать Шахерезаду, родившую ему за это время 3 сыновей. Чего же ты хочешь? Я всегда думал, что мешок желаний не имеет дна. Хотя, если ты умен... Ха-х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 а-
тебе совершен. Заможет джин, заможет джин. Создать дворец, сломать дворец, украсть алмазами ларец, украсть алмазами ларец, каким не видывал прикажи, о господин. А хочешь танец живота, горев числом не меньше ста. И наслаждайся, красота, красота. Все может, все. Очень любят петь и танцевать. Самому древнему индийскому танцу более 5000 лет. Кино. Конечно, они любят кино. Ежегодно в Индии выпускается 1600 кинолент. Ну, они, конечно, больше похожи на мюзиклы. Если говорить о годовом производстве, то страна занимает первое место, опережая даже Голливуд и Китай. Индийское кино показывают более чем в 90 странах мира. Как в Индии говорят? Как говорят, на тысячи разных диалектах и языках. Путешественник может не сориентироваться в этих диалектах, да и сами местные путаются. Северянин вполне может не понять южанина. Свадьба. Очень ожидаемое и важное событие в жизни каждого индийца. Даже те, кто имеет средний достаток, приглашают очень большое количество гостей. От 300 до 1500. И яство, конечно, готовят в таком объеме, что можно накормить несколько тысяч приглашенных. Не растерян, когда теряют головы вокруг. И если ты себе остался верен, когда в тебя не верит лучший друг. И если ты своей владеешь страстью, а не тобою властвует она. И будешь тверд в удаче и в несчастье, которой в сущности одна цена. И если будешь мерить расстояние секундами, пускаясь в дальний бег. Земля, твое, мой мальчик, достояние. И более того, ты человек. Волк ты или человек, рыба или птица, выбор в жизни есть у всех. Кем кому родиться, можно ползать червяком в желтой глине слепо, или легким мотыльком полететь на небо, полететь на небо. Люди ходят по земле часто.
старым камнем, нам не скажет даже Бог, кем потом мы станем. Встанем вместе в хоровод, пусть звучат сигнары, и кружится небо взвод колесом сансары. Встанем вместе в хоровод, пусть звучат сигнары, и кружится небо взвод колесом сансары. Кружится небо взвод колесом сансары. Встанем вместе в хоровод, пусть звучат ситары. И кружится небо взвод колесом сансары. Кто несет добро и свет, светлячком родится. Вот такая круговерть на земле творится. И кружится небо взвод колесом сансары. Станем вместе в хоровод, пусть звучат ситары. И кружится небо взвод колесом сансары. Наша жизнь то вниз, то вверх ходит круг за кругом, где и зверь, и человек могут стать друг другом. Станем вместе в хоровод, пусть звучат ситары, и кружится небо взвод колесом сансары. Станем вместе в хоровод, пусть звучат ситары, и кружится небо взвод колесом сансары. Смерти в этом мире нет, жизнь есть пробуждение. Вновь душа увидит свет в будущем рождении. Так устроено хитро на земле Всевышним. Мир един, и в нем никто не бывает лишним. Станем вместе в хоровод, пусть звучат ситары. И кружится небо взвод колесом сансары. Станем вместе в хоровод, говорят, что они из разных племен, но она влюблена, и он влюблен. Никакая между ними не станет стена, если он влюблен, и она влюблена. Потому что любовь — это главный закон, это высший закон всех времен и племен. Самый главный закон на все времена, если он влюблен, и она влюблена. На сословия и касты наш мир разделен. Миллионы препятствий, границ и препон, но ни властны, ни голод, ни страх, ни война, если он влюблен, и она влюблена. Потому что любовь — это главный закон, это высший закон всех времен и племен. Самый главный закон на все времена, если он влюблен, и она влюблена. Говорят, что они из разных племен, но она влюблена, и он влюблен. Это высший закон.
барабан, там барабан, там барабан, тут барабан. Традиционный японский театр кабуки возник в 17 веке с барабанами. До сих пор японцы верят, что актер кабуки, находясь в образе, приобретает сверхъестественные силы и становится подобен божеству. Поэтому родители приводят в кабуки своих детей, а после представления подводят их к актеру и просят его посмотреть в лицо ребенку. Для маленького японца это считается добрым знаком. Ван Гог, завороженный японской гравюрой, скупал все, что находил в Париже. Это даже стало причиной ссоры его с братом Тео. И японский язык включает в себя 4 уровня вежливости. От разговорного до особо вежливого. Кстати, японцы не дают названия месяцам. А предпочитают называть их просто 2-й, 3-й, 4-й, 9-й месяц. Тут барабан, там барабан. Ты у нас такой пузатый, такой пузо растопырил. Существует поверье, что водяной может изменять свой облик, превращаясь в бревно, крупную рыбу, утопленника или ребенка. Кроме того, он может меняться в зависимости от лунной фазы. На молодом месяце он похож на молодца, и его волосы на свежие зеленые водоросли. А на исходе небесного светила он превращается в глубокого старца с почти седыми волосами. Если водяной принимает образ человека и выходит в люд, то узнать его несложно. Ведь на том месте, где он стоит, всегда остается мокрое пятно или лужица. Ибо, согласно поверьям, с левой полы его одежды всегда капает вода. Прелесть нашего музея в том, что его можно посещать в любое время дня, хоть утром, хоть ночью, в любое время года, в каникулы, осенью, весной, зимой, летом. А что это у нас за окошком? Это что, зима уже, что ли? Это сколько ж мы ходим-то, а? Thank you.
Почему? Ну попробуй! Смотри! Скоро Новый год. Надо же готовить подарки. Подарки. О, а подарю-ка я своим друзьям билеты в театр на Серпуховке. Я думаю, впечатлений будет не меньше, чем от кругосветного путешествия.